Это выставка World Food 2022. Рядом со мной Татьяна Захарова, компания Sarepta. Татьяна, здравствуйте. Расскажите, что вы нам принесли? Здравствуйте. Я вам принесла наше горчичное масло. Это натуральное нерафинированное горчичное масло производства старейшего горчичного маслозавода в России под брендом Sarepta. Sarepta – это наименование, которое относится и зарегистрировано, как сказать, когда город называется, и мы в этом городе зарегистрированы именем этого города. То есть Sarepta – это старинный промышленный центр на территории нынешнего города Волгограда, основанный 200 лет назад при Екатерине II. Что делаете на этой выставке? На этой выставке мы, к сожалению, не стоим со своим стендом, как обычно, но мы на этой выставке участвуем в новом мероприятии, который на этой выставке, это кулинарный марафон, который проводится 3 дня в рамках выставки. Приглашаются все участники выставки, все желающие. Каждый час проходят кулинарные сессии с различными продуктами. Вот наша сессия будет в 2 часа с продукцией горчичного масла. Здорово. А горчичное здесь у нас, во-первых, 2 стоит. Давайте по... В чем разница? И в целом, я сразу задам вопрос по ассортименту, это исчерпывающий ассортимент или есть что-то еще? Нет, это не совсем исчерпывающий ассортимент, хотя мы специализируемся именно на переработке горчицы, и у нас безотходное производство, поэтому мы из горчичных семян делаем много чего, то есть мы давим масло. Это масло традиционное, имеет очень нежный вкус, традиционное натуральное нерафинированное масло. А это масло, это наша технология, разработанный патент, ни у кого нет в России больше такого вкуса. Это масло имеет более острый пикантный вкус, оно и называется пикантное, потому что в нем ощущается именно вкус горчицы, как вот вы взяли горчичку, смешали с маслом, у вас получился соус. Его используют для салатов, для маринадов, мяса, например, для шашлыка, для консервации, продлевая срок годности продуктов. А традиционное масло – это в Волгоградской области одно масло на кухне – это горчичное. На нем жарят, парят, варят горчичный хлеб, пироги выпекают, все, особенно с рыбой вкусной, картошкой. Уже второй день форума у нас, выставки наши идет. Видите ли интерес к своей продукции? Я, поскольку мы без стенда в этом году, то не могу сказать, вот я как раз этот интерес и хочу, чтобы все проявили, придя к нам на сессию кулинарную, попробовав уху из судака с кореньями и водкой с горчичным маслом. Также у нас есть из продукции горчичный порошок, который мы выпускаем уже после того, как отожмем масло. И у нас есть горчичные соусы, это фруктовая мастарда на основе итальянского соуса, только итальянцы в своем соусе используют реальную горчицу, а мы используем эфирное масло горчицы, которое вырабатывается после отжима масла у нас, и добавляем в натуральный фруктовый соус. У нас есть груша, клюква, апельсин, пока 3 вкуса. Очень интересный продукт, премиальный, используется к сыру, к мясу, к паштетам. Звучит очень интересно. Ладно, Татьяна, тогда удачи вам с вашим продуктом. Думаю, дефицита спроса вы наблюдать не будете. Наша продукция стоит в крупных торговых сетях, в Магните, в Пятерочке, в Окее, в Глобусе, поэтому все могут ее там приобрести. Здорово. Спасибо вам большое и удачи еще раз. Спасибо.